Алания перед чемпионатом 96 рассталась с Михаилом Кагалашвили, он перешел в Манчестер Сити, и Сергеем Горлуковичем, ушедшим в Спартак. Без них, зато с голкипером Крамаренко, форвардом Джамараули и еще несколькими новичками, Алания под спринтерски рванула на старт чемпионата. В трех первых турах три победы с общим счетом 8-1. Крупное поражение от московского Спартака на выезде, как холодный душ для владикавказских болельщиков. Их команда выходит вперед, а затем как-то неожиданно и быстро разваливается, позволяя еще до перерыва забить в свои ворота 4 мяча. Во втором тайме в конец расстроенного вратаря Заура Хапова меняют на Крамаренко. Но игру этим уже, конечно, не спасти.